поиграть. Все, поехали. Лайф с романтиком. Это уже получается за выход в топ-3. Как минимум, каждый из этих игроков топ-4. Я не знаю, какие там распределения призов, но в любом случае кто-то из них четвертое место займет. Архимаг от романтика. Сверху он ставит алтарь. Это значит, что не будет фаст-скрипинга, скорее всего. Здесь рабочий сагрил крипов. ЛС не будет. ЛС стоит 75 маны, если я правильно помню. Но не 50 точно, 75. И 75 стоит очищение. Кстати, очищением Громаша захилили. Так, здесь попытки зарезать арчу. Кстати, можно, если тролль немножко постреляет, тролль умирает. Кстати, тут барак добивает крипов уже, не знаю какое количество, но лайф явно. Кстати, все равно архимаг романтика здесь закрепился. Лайф очень много крипов добил, но добивает жрица. Странно, зачем сверху алтарь стоять, если ты идешь крепить лагерь наемников? Нет в этом смысла. Ну, в любом случае, лайф здесь закрепит этого коня. Можно даже моноберн, я думаю, в него пропустить. Хотя нет, моноберн нельзя, потому что уже и так 85 маны. Это лишние колодцы, которые придется выпить. Ну и романтик идет экспанд ставить. Получаю здесь, ой, какой хороший девайс для Демон Хантера. Когти плюс 9. Великолепно. Здесь выпадает эта церклеточка, по-моему. Да, это церклетка. Перекупаются сапоги. И демон здесь оставляет крипинг для барака и троллей. Ну, сейчас демон великолепно зайдет. Можно убить двух рабочих. Ну, с когтями плюс 9 это легко сделать. Куда-то архимаг убежал с третьим уровнем. Какие-то тут виспы опять ныканные. Ну, еще минус тролль, естественно. Очень как-то странно здесь романтик ставит экспанд. Отдает троллей. И третий уровень сейчас будет. Здесь, кстати, тоже церклеточка. Сразу ставится... Ой! Я только заметил, второго тролля перекупил. Это очень жестко. То, что тролля перекупил лайф берсерка. Здесь диспелится Элем. Церклеточку потырил. Здесь, кстати, лайф уже третий с половиной практически убил. Он здесь всех рабов, тролля одного. Экспанд отменяет, потому что архимаг злой. Прибежал, отменил все. Т2 заказывается. Ну, так тут. Размены, в принципе... Романтик потерял у нас несколько рабочих, два приста. Два приста — это дорого. Сейчас сапоги покупает с персоналкой. Но он заставил отменить экспанд, плюс лайф перекупкой берсерков очень много голды потратил. Кстати, да, если лайф проигрывает, и у нас будет очень много хум-мирроров, потому что инфитиаж и романтик будут играть. Так что, я думаю, многие болеют за лайф, чтобы не видеть одни хум-мирроры. Очень хорошо здесь заходит лайф. Рабочих романтик не прячет, как это делают нормальные хуманы. И из-за этого он сейчас потерпал. Теряет еще. Не успевает. А почему Лема не вызвал?
Надо было Элема вызывать. Или, нет, там кулдаун был на Элема. Просто пропустил монобер на соточку. Экспанс снова отстраивает лайф. Т2 еще, естественно, не заказан, но романтик, потому что экспанд только достроился. Персоналочка. Еще раз отменяет экспанд. Раненый футмен здесь прибежал. Отменил. Лайфа, что там? Т2. Т2 уже заканчивается. Не знаю, я бы на месте лайфа, если бы играл за эльфа, вот после таких отмененных экспандов, просто взял бы нагу и попытался бы запушить. Ну, блин, тут футменов много. Если у них еще дефенс сделался. Вот мне не знаю, есть ли дефенс. Нету дефенса, походу. Просто вот так просто берешь нагу и пытаешься запушить на пофиг. Но, походу, дело тут катка за романтиком будет. Уж больно хорошо он тут отыгрывает. Правда, вот дефенс единственное, что он забыл. Был бы дефенс, здесь бы футмены, скорее всего, бы не сдохли. Потому что один демон хантер бы по ним только нарезал. Ну и ТП лайф теряет. Еще и берсерк спас. Панда берется. Экспанд не поставил. О, еще смотрите, сколько троллей у лайфа. 3 тролля у лайфа. Здесь романтик перекупает своих. Т2 у него идет. A player's forces are under attack. Пошло замедление на тролля, но здесь очень много битых футменов. Зря романтик, наверное, лезет сюда. Ну, убьет он тролля, теряется еще. О, еще и огр приходит, и поносный голем там закидывает, но поносного сразу остужают. Еще минус троллю лайфа, минус 2 тролля. Очень битые футмены, надо как-то ими сваливать. Нет, не сваливает. В коня пошел фокус. Хантера фокус. Тем хантера можно вообще окружить, если футмена подконтролить. Но не доконтролил здесь романтик. Он реально мог футмена подставить чуть-чуть сюда, и по бамбра подвинуть, и все, демон был в окружении. Это был бы минус демона, это была бы партия. Но романтик что-то там архимагом своим контролил. Не знаю, такие моменты нужно смотреть и постоянно их использовать. Перекупается еще один поносный голем, еще один огр. Куда демон убежал? А, демон успел добраться, да. Это минус ТП, либо инвол. Инвол нажимает. Еще подрезает тролля. Попытки все демона забрить. Но демон уже четвертую это на ТП делал. Демон со вторыми мясами. Тяжело его забрить. Ну и что здесь? У романтика все идеально. Экспанда нету, лайфа. Что он вообще будет здесь делать? Я не представляю. Хотя банка маны можно попробовать на мейн зайти и сдуть. Учитывая, что там вышек нету. Наверное, да, это сейчас единственный вариант для лайфа. Идти на мейн и просто забревать. По-другому он здесь не затащит. Потому что сидеть терпеть как-то
Да и на экспанде. Вообще романтик очень зря играет без вышек. В такой ситуации, когда у эльфа нет экспанда, эльф может просто прийти к вам на мейн и забрить вас. Или на экспанд. Ну, на экспанд зря, кстати. ТП сразу сделает романтик. Town is under siege. A player's forces are under attack. На мейн заходит все-таки лайф. Вообще очень романтик может сейчас потерпать из-за того, что он нифига не сделал вышки. Он, конечно, кастеров делает, и у него там 56 лимита, но ему фермы сносят, воркшопа у него нету. Тут уже мишки, рифл, демон в засаде. Стафов нету, ты господи, я не могу смотреть игры этого эльфа, который стафов, блядь, не покупает. Ну что за фигня? Ну ты играешь за имбу расу, у которой есть стаф, есть арба жесткая. Почему ты не пользуешься этим? У меня просто бомбит уже. Не, ну как можно смотреть игры топового турнира, где бы стаф не покупают? В чем проблема-то, я не пойму. Ну вот ты бы сейчас стафнул медведя, стафнул бы демона. Нет, сейчас ты потеряешь двух медведей и демона и проиграешь эту игру. Не, ну меня реально бомбит. Потому что как можно смотреть на игры человека, который не покупает став за эльфа? У тебя магазина, что ли, нету? Да, у тебя нету магазина. Взял, зашел, отдал демона двух медведей. Не, ну у меня реально бомбит, потому что ну как можно играть эльфом без стафа, без арбы? Это вообще просто бред. Объясняю для тех, кто не шарит. У эльфа самый полезный магазин на Т2 и на Т3. То есть всегда, когда у эльфа доделается Т2, у вас уже должен быть магазин. Против любой расы. Особенно против хумана. Учитывая, что у тебя чуть позднее Т2 идет, из-за того, что ты экспанд пытаешься поставить, надо всегда ставить магазин. Это самое полезное, особенно если ты еще через Варденку играешь, которую постоянно нужно кларить и выкупать. Вот, и у тебя просто Т2 доделывается, ты покупаешь этот став, и все. Ты контришь, не знаю, всякие забегания, там, болты, окружения. Что там происходит в чате какого-то... А, это... Блин, чё вы баните пацана? Он 150 тысяч в месяц зарабатывает. Он рассказывал. Он вас всех купит, блин, и отымеет. В анальное отверстие. Он 150 тысяч в месяц зарабатывает, между прочим. Он может вас всех купить, весь чатик. Зря вы так с ним. Короче, эльф продолжает без магазина играть. Кстати, здесь романтик-то может развалиться, у него стенки нету. 60, 57 лимита, лайф против 70, но там... Тут лимит очень некачественный, брекера практически нету. Хотя пятый архимаг без маны. И почти третья нага. Но тут лайфа реально больше. Лол, лайф после такой отдачи выиграет, что ли?
Еще и банка на 300 юзается. Потише звуки записи. Банка на 300 юзается, и минус тут очень много всего. Пятый демон. Рабочие приходят без формы. Еще дыхание. Панда-то почти пятая. Архимаг не работает с лемами. Что-то я как-то, блин, отвлекся от игры. Я уже думал, все, тут выиграл романтик. Но разваливается, минус все кастеры. Лоу лайф затащил, походу. Пятая панда. ТП нету. Минус весь лимит. Что? Блин, господи, вы представляете, что произошло в этой игре? В этой игре. У эльфа не было экспанда всю игру. Он и сейчас у него, по сути, не работает, только начал. Эльф пришел на базу к хуману и отдал героя двух медведей. И потом еще там медведя на отступление отдал. Хуман приходит на базу к эльфу и отдается. Что вообще происходит? Как вообще так произошло, что эльф взял и отбился, и теперь у него 5-5 героя? Романтик вроде рабов-то и не терял. У него с лесом нету проблем особых. Но у него воркшопа нету, это понятное дело. И грейдов нету. Не, ну теперь проблема в том, что у эльфа экспанд стоит. О, он магазин делает, да ладно. И он еще отбился без стафа и без арбы. Что-то вообще какое-то, я не понимаю этот Warcraft. Может, я опять что-то там неправильно таблетки с утра принял. Экономия на магазине решает. Не, ну ладно, давай так. Лайф сэкономил 120 голды на магазин, 150 на став. Это у нас, я не знаю, сколько магазин, 120, короче, будет стоить магазин. 150 став, это у нас 270, и арба, по-моему, 325 стоит, кажется. Ну, короче, допустим, 600 голды он сэкономил, но он потерял двух медведей, которые по 240 стоят, и демон хантера 4 уровня. То есть это практически 1000 голды, если с таверни выкупать. Что тут, заходы на мейн? Ну, романтик сливает эту катку, потому что у него лимита нифига нету. Сорочка выжила. Проблема в том, что 4500 голды на экспанде у Хумана и 10000 голды у Лайфа. Это, соответственно, Хуману нужно постоянно нападать и пытаться пробрить. Если он не пробивает, соответственно, голды будет больше у эльфа, и он выиграет эту игру. В любом случае. Ну и плюс почти 6-6 героя. Так что я думаю, все-таки Лайф здесь затащат. Не, ну это чушь какая-то вообще. Сегодня вообще очень чушеские игры. A player's forces are under attack. Еще у романтика проблема в том, что он на мейне поставил арканки, и ему постоянно лимит его подрезают, не дают нормально законнектиться. Плюс у него нет ментов в битве. Ну и против пятой панды бесполезно лезть. Здесь уже 80 лимита. Фериков не хватает. Древо ветров он не ставит. Грейды делает.
пошел налом на мейн. Ну, можно дыхание уже туда делать. Ну и будет решающий замес. Лимиты примерно равные, но позиция отвратительная. Хотя окружается панда, нет. Тусится демон. У демона есть ТП, он просто сейчас убьет максимальное количество юнитов и сделает ТП. Успевает еще пары дыханий кинуть. Ну, здесь что, минус одна дриадка, минус один прист, минус... Я не знаю, ну, короче, два кастера каких-то, или мортирка там умерла. Здесь вроде на мейне никто не умер. В общем, размен в ноль практически. Никто ничего особо не потерял. Перекупает свитки, романтик. Им надо Blizzard делать. Без Blizzard такое количество медведей не затащить. Хотя медведей не так уж много. Всего 5 штук. Тут больше упор на дриадах. Я бы сказал, дриад действительно много. Давайте-ка грейдов деду. 1-0 брякеры. Это вообще лоу. И мортира 0-0. Очень сильно романтику не будет хватать здесь грейдов. Но у него тупо леса уже нету на грейды. Ну и еще без Близзарда. Хотя третьи лемы, конечно, мощные, но там дриад сколько. Дриад хватит для диспола. Посмотрим. Проблема какая? Сейчас будут размены, и Демон Хантер, скорее всего, 6 уровень получит в битве. Панда еще амулет энергии купила, зашла. На мейне здесь не все рабочие добывают. Ну, там уже 1000 голды осталось. Позиция не самая хорошая. Ну, сразу Елема диспелится, кучу экспы получает Демон Хантер. Но здесь позиция такая, что наламываться не хочется эльфу. Потому что не получится ему пандой так просто добраться до кастеров с мортирами. Куча виспов здесь. Это он всех виспов забрал, надо ТП делать. Попытка демона убить. Лол. Чуть демона не убил. Надо ТП делать, Рома, ТП делать. Я сейчас здесь разорвут. Минус... Минус дрядка, минус два брякера. Так. Раз, два... Слушайте, даже три брякера сдохло и одна дриада. И демон шестой. Просто два элема жирных задиспелил, и демон очень много экспы получил. Да, тут шестой демон решит. Ну и два демона, кстати, не сдох от фокуса. Панда в инвизе. Ой, куда ж ты, Рома, идешь-то? Ну это конец, это победа за лайфом. Супермен! Вы не готовы. Почти шестая панда. Не, на самом деле здесь позиция хорошая у Ромы, и он держит оборону, но панда сейчас... О, господи, как это больно. Просто все разлетается. В архимага фокус пошел, сейчас архимаг сдохнет. Ах,
Короче, чушь какая-то сегодня происходит в этих играх. Я вообще не понимаю. Какие-то 3-2-2 капы, походу, все деньги поделили.
Фоги, ты что там с моим чатом делаешь? У меня диктатура. То есть железное слово главного в чатике – закон. Никакой демократии. Понимаете, если отдавать власть народу, то есть спрашивать у них их мнение, то будет все так же, как в «Игре престолов». То есть ты даешь власть народу, а потом эти работяги начинают судить тебя уже. Приглашать тебя в септу. Какие-то печати тебе на голове рисовать, кровью причем. Вот. А если ты будешь держать их в узде, говорить, что ты жидким огнем их затопишь всех, то они будут послушными. Вот. Варден здесь, кстати. Фоги вообще похож на воробейшество. Как раз что-то начинает тут потихонечку какую-то смуту вводить. Футмена не побежал добивать. Смотрите, какой второй барак. А почему-то у этого барака вижу, но вообще нету. Ни наверх, ни вниз. Странно как-то. A player's forces are under attack. Что-то офигеть, сколько он тут рабов взял зачем-то. Непонятно. О, фермочка ставит. Романтик моей демки начал смотреть. Красавчик. Знает, что топ-хуманов нужно смотреть и изучать их игру. Вот. Здесь, кстати, выпадает карманные талоны. Третий варден здесь не будет и поведет наверх, нет. Вообще Варя теряется барак. Т2 у лайфа поздновато. Ну что-то лайф барак этот потерял очень странно. У него рядом виспы были, мог починить и отправить потом на магазин. Нет, карманные талоны, это их называют еще во времена 90-х карманными талонами. О, здесь можно окружить Варденочку, Варденочку окружать. Есть ли блинк? Есть ли блинк? Есть ли блинк? Просветочка. Блинк есть. Но здесь начинается терпеть арчерки. И второй барак терпит. Третья все-таки Варя получает. Барак очень жестко станкует, но все-таки умирает. И третий левел архимага. Но архимаг приходится ему ТП делать.
Здесь футмены страдают. Ну, это будет минус 2 футмена, я думаю. Должно быть минус 2. Если, хотя тут контролит романтик. У нее, ему еще повезло, что ему бутылка выпала на реген. Он смог зарегениться. Здесь еще Шреддер выкупается лайфом. Поставил он тут ХХ. И еще подрезает футмена. Т2 не в заказе у романтика, вот только сейчас. Футменов у него 1, 2. 3. 3 футмена всего лишь, очень мало. Ну, сейчас лайф спокойно. Нет, лайф, конечно, потерял 2 барака, но в принципе они ему уже не нужны, идут лорницы. Сейчас будет куплен, скорее всего, все-таки второй герой. Я не думаю, что он соло будет играть. Players' forces are under attack. The town is under siege. Чекает здесь Селемом романтик. Ну, может, нет, здесь персоналочку сразу делает Варден. И пошла охота за архимагом. Нужно сразу на персоналке улетать. Странно, романтик не юзает персоналку. Он там еще один будет нож. Нож. Пошла персоналка. Карманный талон. Но нет ножа, но есть блинк. Если он сейчас еще удар. Здесь, кстати, отменили лорницу одну. Мы пропустили этот момент. Я совершенно забыл про талонов, которые могут отменить персоналку. Но лорница здесь одна была минусовая. Да, один девайс очень сильно решает. Есть, лайфу нельзя терять этого Шреддера. Лола сейчас потеряет Шреддера, будет вообще беда. Не потеряет. Потому что у него бы с деревом были проблемы потом. Ну что тут у романтика? У романтика куча голды. Архимага он выкупил, да? Выкупил архимага. Здесь еще и спа подрезал. Фоги, а ты помнишь ту игру, где ты специально выдернул шнур, чтобы у Хвалайна залагало? Зачем ты так сделал? Он за тебя болел на ВЦА. Так, вторая лорница. И с дирижаблем летит романтик по чуть-чуть. Здесь виспы минусуются. Гиппос прилетел. Но Гиппос здесь отдастся на Элеме. На самом деле у Лайфа здесь, несмотря на вот такие убийства архимагов, у него нету Т3, у него нету экспанда. И у романтика уже ставятся арканки. Правда, его тут поджимает немножечко. В коня все еще идет фокус. Конь даже сразу бутылку сожрал. Ставится экспанд, конечно, у Лайфа, но очень поздно. Если сейчас пойдет отменять романтик, он его отменит. И на этом ничего не потеряет. Потому что, ну, ему нечего терять футмену, это уже разменная монета, а МК вряд ли зафокусят.
у Архимага есть ТП и ХПшечки. Да. Не, на самом деле, я не буду ничего говорить, кто тут затачит в этой катке, потому что я уже в прошлой громадно ошибался. Так что мы просто смотрим то, что лайф все еще без экспанда. И у Романтика уже идут Т2 юнита. Он, кстати, не торопится выходить из лимита. Он делает сначала грейды на престов и 40. То есть хочет укрепить свое преимущество. Ну, у Лайфа очень громадные проблемы с золотом из-за отсутствия экспанда. Так, Архимаг высадился, что-то купил. О, как неприятно поймали в дирижабле. Лайф что-то не видит, походу, дело, что там дирижабль поймали. Можно было бы зафокусить. Ну, пошел фокус, но дирижабль улетел. Пятая авария, инвул на 15 секунд. 36 лимиту лайфа, ну... Слабые шансы здесь у Лайфа на победу. Романтик копит голду. Можно в Т3 на самом деле выйти. Шреддер будет. Но Шреддер уже добыл достаточно дерева. Так что потеря его не такая значительная. Спокойно улетает на дирижабле Лайф. Ой, в смысле, Романтик. Второго гиппоса он не сделал. Поэтому, ну тут... Опять же, не хочу говорить, что Романтик здесь должен 100% выигрывать. Ну, блин. Потому что если сейчас 36 лимита Лайф как-то затачит, я просто вообще веру в Warcraft потеряю и удалю эту игру к хренам. Ну, потому что... Кстати, Романтик точку поставил, видимо... Подумал, что должен быть экспант у Лайфа. Ну, у Лайфа 36 лимита. Что это вообще такое? Тварь откидывает в пристов кинжалы. Лайф наконец-то 50 лимита отстроил. У Ромы тут 70, делается куча грейдов. Он снова бежит чекнуть экспан, но экспанда нету. На ТП просто так уходить отсюда. Блин, Рома, у тебя же обсерватория стоит с фермой, можно было просто просветить. Так, вертолетики что-то не делает. Романтик, там уже феррик есть. 80 лимита против 50.
Мортиры светят. A player's forces are under attack. Ну что, замес начинается? Что с романтиком происходит? Он сразу ТП делает. Минус там одна дриада. А, на него крипы сзади напали. Нужно поджать этого голема. А голем сам себя поджал. Места для девайса что-то нету. Аура плюс один. Лайф и экспанда нету, господи. Как тащить-то? Т3 романтик уже давно бы нажал, у него 1000 голды скопилось. Зато у Лайфа очень качественный лимит, из-за того, что у него нету лишних виспов. У него вообще виспов нету. Вот он сейчас достраивает парочку. Из-за того, что дерево чуть-чуть начинает тратиться. А так у него очень чистый лимит. Ну что, замес. Варден сзади подходит. Веер ножей в катапульты. АМШ юзается, но болт влетел в гиппогрифа. Заход здесь пацанов. Варден получает урон. Там диспел был. Свиток хороший. Инву от Варден. Сейчас будет веер. Дирижабль начинает контролить. Ну и Ульфа остается 55 лимита. И 6-я авария не будет, нету больше ножей. И дирижабль великолепно засейвил кучу юнитов. Это 1-1. Не удалю я Warcraft, к сожалению. А так хотелось.
Ну что, решающая игра. Посмотрим, кто же выйдет в топ-3 и поборется за топ-1. Карта хороша как для Лифа, так и для Хумана. Посмотрим, что будет Лайф играть. Ну, учитывая, что Варденко он очень жестко проиграл прошлую катку, я думаю, все-таки он демоном будет играть. Players' forces are under attack. A town is under siege. Блин, какая же прекрасная музыка в Варкрафте. Вот вроде уже 13 лет прошло, она все равно отлично заходит. Умеют, конечно, Близзард музыку подбирать в свои игры. Особенно вот что это касается Warcraft, World of Warcraft. Музыка просто потрясающая. Что у нас здесь по игре? Выкуплен был один прист лайфом, и он идет сразу в жесткий прессинг своим демон хантером. Здесь романтик бежит, крепится. Хочет закрепить лагерь наемников, но по ходу дела передумал. Ну и плюс Элема задиспелили у него. Но только я не уверен, получил ли он экспу за этого Элема. Скорее всего, все-таки получил. Еще моноберн. Неприятный такой харас от лайфа для романтика. И все-таки романтик бежит вниз. Возможно, лагерь крепить, а возможно, все-таки экспанс сразу ставить. Барак простаивает. Арчу всего лишь одну добавил лайф. И покупает сапоги с персоналкой, возможно. Голоса юнитов и героев не надоедают. Вот мне как раз они надоели еще в 2008 году, и я отключил. Ой, здесь лайф зря вот это делает, он перекупает тролля берсерка, но, опять же, романтик не фокусит этого тролля, и этот тролль, по-моему, кобальта добил. Нет, не добил, там было похоже. Но романтик просто потратил 245 голды, но он очень много здесь надебоширил этим троллем, и уже два футмана потерпали. Еще и рабочие терпят, и там големы слово постоянно накидывают. Ой, что-то романтик здесь приехал, походу. Минус футмен. Три футмена остается. Еще и лайф перекупает тролля. Ой, жара. Слушайте, это 2-1. Я бы сказал. Это просто провал для романтика. Он потерял почти всех футменов. Его тут вообще жестко крипджекнули. Еще всех троллей у него перекупили. Непонятно по какой причине. И еще и инвол на 15 секунд. Ну, я бы сказал, это очень, очень печально все для романтика. Что ему делать в такой ситуации, непонятно. Может, фрифлов сыграть? Здесь уже Т2, а тут экспанда даже не пахнет. Футмены вклепает во все. Не стал, кстати, лайф покупать сапог.
Ну, тут уже Нага. И если сейчас Романтик бежит ставить экспант, он не поставит его. Я бы сказал, это 2-1 за лайфом. Дефенса нету. Изи пуш с Нагой. Минусуется Элем. Можно даже было 2 диспола отдать на нее. Не знаю, зачем пожалел диспол. В итоге, нет, все-таки убил Элема. Но надо было просто 2 диспола быстрых сделать и не фокусить. Кажется, лайф пройдет дальше. Потому что, ну, видите, Романтик Т2 нажимает от безысходности. А там уже лорница строится. Просто такая ситуация, что крипинг точки вот этой лагеря наемников, нужно было сразу наемников перекупать Романтику. Ой, здесь открытый проход и доступ к рабам. Правда, сейчас заблокируют выход, и да, это минус ТП. Лайф немножко зааркадил, заходя так внутрь базы. Ну, конечно, убьет здесь двух футменов. Нагу потеряет, если ТП сейчас не передать. А что, он Нагу не хочет спасать? Ну вот такие отдачи Наги, не знаю, не надо этого делать. Он, конечно, убивает здесь сколько-то рабов, там, футменов, но... Зачем было отдавать Нагу? Можно было просто ТП и передать. Ну, засейвил ТП, тут, кстати, рифлы будут. Ну, мне кажется, их не будет, потому что игра раньше закончится, сейчас уже первые дриады. Ну и легко в Т3 переходит лайф, экономика у него идеальная, потому что ему никто ее не теребонькал. Вот. А когда ты играешь в рифлов, где не было никакого хараса экономики, то Эль спокойно выходит в медведя и отбивается. Ну и учитывая, что здесь Т2 был заказан только когда Т2 уже у лайфа закончился, то есть отставание дикое, и здесь никакими рифлами не пробрить. Может, он, кстати, не будет рифлов строить, а будет строить кастеров. Ну, тут дерева нету. 500 дерева, но этого мало, если две арканки стоять, еще и воркшоп. Делает СНК. Ну что, рифлов будет делать? Арканец ставится. Может, две арканицы? Да, две арканицы. Это типа арканицы с мортирами. Но это получше стратегии, но все равно уже все очень поздно. Какие-то кстати, смотрите, он так арканицу поставил, что она заблокировала проход. Это дерево у Романтика уже нету. Здесь Нага с бараком крепится. Ну, воркшоп нету, дерево. Глаза не ставит. Можно было глаз вот здесь поставить. Ой, сейчас можно демона окружить. Нет. Там еще инвол на 15 секунд. Ой, здесь книга опыта. Блин, сколько сегодня книг опыта было? Вы помните? Там в одной игре Юмика с Романтиком было 3 книги опыта. Ну, я имею в виду все, которые выпали, а не одному игроку. Здесь книга опыта. Еще и плюс 6. Я не удивлюсь, если здесь тоже книга опыта упадет. Ну, первый МК. Здесь третья нога. Все плохо. И арбу купил. Если сейчас еще и став купит, будет вообще красавчик. Став купил. Ой, молодец, лайф, все. Даже став купил. Нет, здесь все-таки рифлы какие-то с одного барака. Один рифл.
один рифл. Романтик-то, кстати, убил Муна и убил Юмика, а Лайфу проигрывает. Как так? Здесь просто сейчас будет отдача, мне кажется, потому что мишки разорвут. Уже сразу минус пачка футменов из-за того, что Нага в них сделала розеточку. Хотя, смотрите, сколько... Даже золото ментов взял, на пофиг. Попытка окружить Нагу, но у нее ТП есть. Еще по ДЛСам медведь. Не, ну с ментами нормально зашел. Ой, Архимаг сдох. Я даже не заметил, как Архимаг сдох. Good game. Ну и что, это у нас все на сегодня? Там просто кто-то писал, что будет сегодня еще матч финальной сетки. Я вот не уверен, я сейчас это спрошу у организаторов. Будет ли сегодня матч еще один?